Спасибо, нянька, не хочу я что-то. А может, водочки? Да не каждый день я водку пью, да к тому же и душно. Сколько мы с тобой знакомы, нянька? Сколько? Ну, дай бог памяти. Вера Петровна еще тогда была жива, Сонечкина мать. Ты 2 зимы к нам ездил. Ну, почитай, лет 11. А может, и больше, может, и больше, батюшка. А сильно я изменился с тех пор? Сильно. Сильно ты изменился. Ты ведь тогда молодой был, красивый. А сейчас вот постарел. Ты ведь и водочку пьешь. 10 лет нянька изменился, 10 лет. Работаю с утра до ночи. Заработался я, нянька. Отдыха не знаю. Бывало, приедешь домой ночью, ляжешь спать и боишься, знаешь, а вдруг сейчас вызовут, и опять придется ехать к пациенту. И оттого, знаешь, жизнь кажется такой грязный, такой никчемный. Устал я, нянька, ничего мне не мило, ничего не мило, ничего мне не нравится, ничего я не хочу, никого не люблю. Тебя вот только люблю, напоминаешь ты мне мою няню. Может, покушаешь, батюшка? Не, нянька, спасибо, не хочу я. Давеча вызвали меня на эпидемию, сыпной тип, поехал в село. А там крестьяне, перемешку со скотом, в грязи, вонь, целый день с ними провозился, устал, как собака, приехал домой, еле ноги приволок. А ко мне привезли пациента, стрелочника, привезли и на стол прямо. Ну, и умер он у меня под хлороформом, прямо под ножом. И понимаешь, как назло, вот совершенно ненужный момент, проснулась во мне вот совесть, вот боль такая, ощущение, как будто я его убил, понимаешь? И вот сижу, взялся за голову и не могу ничего, вот не могу ничего сделать, выкинуть из головы не могу. И вот думаю я, нянька, помянут ли нас добрым словом лето так через 100-200. Если люди не помянут, то Бог помянет. Это ты хорошо сказала. А может, покушаешь, батюшка? Нет, нянька, спасибо. Водочку лучше принеси.